Перед началом видео небольшое объявление. Сейчас я ищу участника, который купит материнскую плату для нашего компьютера. Вот здесь можете посмотреть выпуск, если вы еще не смотрели. Поэтому пишите в комментариях свой город и ответ на главный вопрос. Какую материнку вы бы поставили в компьютер? Это такое тестовое задание, чтобы опять мы не нашли себе дилетанта, который не умеет разбираться в компьютерах. Пишите в комментариях, ставьте лайк, мы начинаем видос. Я уверен, что у каждого из вас была просто ужасная ситуация в жизни, когда в кошельке или на карточке остается 200 рублей. И нужно как-то на эти 200 рублей, собственно, пообедать. Сегодня мы воссоздадим эту ситуацию. Мы находимся в фудкорте одного торгового центра. Здесь много разных фастфуд-ресторанов. И у меня сегодня в гостях будет два моих подписчика. Первый подписчик — это Арсений, вы его прекрасно уже знаете. И подписчица Таня, которая захотела участвовать в моем выпуске. Я беру девочек в выпуске, между прочим, точно так же. У нас есть вот такое вот ведерко. Здесь написаны названия ресторанов, которые расположены сзади нас. Каждый из нас сейчас будет тянуть эту бумажку. И та бумажка, которая ему достанется, собственно, в тот ресторан должен закупиться за 200 рублей. Побеждает тот, за кого вы проголосуете, кто соберет самый вкусный, сытный, ну и, собственно, дешевый обед при одинаковых бюджетных условиях. Итак, у меня Макдональдс, у вас Теремок и KFC. Я уже вижу отсюда. Макдональдс, Теремок и KFC. Ну что, друзья, давайте разбегаемся. Через 10 минут все на месте. Сейчас я иду в Теремок. Я вообще не знаю, что я вообще возьму. Почти только беру блинчик, это и все. Ну, мы сейчас идем в KFC, к аппаратам. И давайте посмотрим, что можно заказать. Ну что, мне достался Макдональдс. Сейчас попробую собрать за 200 рублей обед. Наверное, я все-таки склонюсь больше к Маккомбо. Я обычно себе беру вот Маккомбо с гурме. Сейчас это не укладывается в мои бюджеты, поэтому пойдемте к автомату, там что-нибудь подберем. Ну, думаю, блинчик купить и попить. Ну, может быть. Если хватит, то хватит еще что-нибудь. Это самое выгодное предложение. 5 за 200 получается. Я уже определился, пока стоял в очереди. Это будет, конечно же, Маккомбо. Здесь есть, оказывается, с говядиной, вот с Биг Маком за 179 рублей. Я придумала. Я куплю блинчик с ветчиной и сыром и узнаю, сколько стоит морс. Надо посчитать на калькуляторе. В уме. Ну, возьму морс. Вот и все. Настолько умнее вышло. Чё так долго? Тут можно выбрать между мириндой и пепси. Я выберу лучше миринду. Так, картофель фри стандартный. Еще у меня остается, получается, 30 рублей. Ну и я их, конечно, потрачу на соус. Это будет, ну, пускай барбекю. Напишите в комментариях, какой ваш любимый соус. Можно блинчик с клубничным вареньем. Здесь будет? Да. Блинчик с клубникой. Потом блинчик с ветчиной и сыром. Ну, и оплатить. Осталось только ждать. И морс, который за 59. Это квас. Ну, тогда давайте квас. Придется квасу попить. Ничего страшного. 197 рублей, все правильно. О, мне с цветочком сделали. Прошло 7 минут. 7 минут делать заказ. Много, мне кажется. Я сделал заказ, осталось подождать Дениса. Спасибо. Ну все, ребят, значит, идем уже за стол и смотреть. Там ребятки уже, я вижу, наши сидят. И будем сравнивать, ну а вы будете голосовать, у кого получилась лучшая закупка. Ну что, коллеги мои, приятного нам всем с вами аппетита. Давайте смотреть, кто что купил. Я начну со своей закупки. У меня здесь стандартный бокс от Макдональдса. Конечно же, это картошка фри. Вот так вот ее положили, между прочим, от души, возможно, потому что увидели, что мы снимаем. Обыкновенный Биг Мак стандартный. Я, на самом деле, не очень люблю Биг Маки, но придется как-то это съесть. Сок апельсиновый. Кстати, в Макдональдсе не нравятся соки, потому что они вот с мякотью. И, я не знаю, выжимают они сами или это просто готовые упаковки, но, типа, это нормально. Сок — это здоровое питание, между прочим. И 1000 островов, соус, из-за которого я превысил свой лимит на 4 рубля. Простите меня, ребята. Я решила взять квас и два блинчика, потому что больше там ничего такого интересного, как какие-нибудь там салаты, супы, ничего интересного не было. Еще тут небольшой цветочек положили. И Арсений. Картошку. Фри. Потом я взял два крылышка, потому что KFC славится своими крылышками. Кексик, лонгер и напиток. Какой?
это миринда. Это у меня вышло в 200 рублей. Сейчас мы это все съедим, не будем это снимать на камеру, после чего каждый из вас выскажет свое мнение, наелся он этим, не наелся. Ну а главное, что вы, подписчики, решите, кто из нас собрал лучше всего бокс, и где, получается, за 200 рублей можно пообедать, что самое главное, правильнее, вкуснее, сытнее и так далее. А нам всем с вами, коллеги, приятного аппетита. Посидим, поедим, пообщаемся. О, хорошо, погнали. Ну что, друзья, все, закончилась наша трапеза. Лично я скажу вам то, что, в принципе, чувство голода у меня подавлено, но я не доволен своей едой, просто потому что вот всегда после Макдональдса, не знаю, там, и других фастфудов, чувствуется вот такая тяжесть всегда в желудке, и сейчас я точно пойду в бассейн, все это проплаваю. И, в принципе, соус нормально помакал, картошка фри, Макдональдс это всегда вкусно, но вот бигмаки мне не нравятся, потому что вот котлеты в них, я прям чувствую, они абсолютно пустышные. Я даже хочу записать выпуск и сравнить только котлеты всех вот этих вот крупных сетей. Мне кажется, что они абсолютно бумажные, и все, весь вкус, который есть, это исключительно соусы и прочие вот эти вкусовые добавки. Как вам, ребята? Расскажи, пожалуйста, Ира. Почему я тебя хочу назвать Ирой? Просто у меня есть подписчица Ира 10-го зовут. Мне очень сильно понравилось. Плюс в том, что этим можно наесться, напиться и... Еще плюс то, что оно полезное. Не то, что всякие там KFC, Макдональдс. Я считаю, что у меня был самый выгодный набор, потому что тут больше всего. Это означает, что больше калорий. И есть такая тяготь в животе, все в комком, там сжалось. Обязательно голосуйте, кто из ребят сделал лучшую закупку. Здесь будет опрос, в комментариях тоже пишите. Я с вами, ребят, прощаюсь, посидите здесь, посмакуйте. После ресторана нужно всегда посидеть, немножко отдохнуть. А я поехал, пожалуйста, мне нужно уже материнку выбирать. Хорошо? Простите, пока.